Наша компания вот уже 5 лет поставляет запасные части из нашего материала для оборудования, использующего на обогатительных фабриках России и СНГ. Для нас это не первая выставка в Москве. Каждый раз мы представлены здесь, вот практически на том же самом месте стоит наш стенд. Но надо сказать, что в этом году выставка нас очень сильно поразила. Уже с самых первых минут открытия ворот для всех посетителей мы увидели огромный наплыв людей. То есть мы не ожидали, что будет такое большое количество посетителей и такой большой живой интерес ко всему, что сейчас можно поставить. И здесь мы находим все новые и новые запросы. То есть для нас это некоторая возможность держать руку на пульсе тех событий, которые сейчас происходят, и слышать от наших потенциальных и действующих заказчиков, что им сейчас необходимо в первую очередь. Мы открыты к новым запросам, мы готовы их рассмотреть, поскольку у нас есть уже очень хороший опыт. Наша компания многие годы работала в том числе с зарубежными производителями в дружественных странах, и сейчас мы оказались в довольно-таки удобном, выгодном положении. Остались поставщики из Турции, из стран СНГ, Китая, Южной Африки. Сейчас мы активно рассматриваем дружественные страны в Латинской Америке и надеемся, что в ближайшее время сможем пополнить ассортимент той продукции, которую можем предложить. Что касается выставки, ну, в принципе, здесь видно срез того, кто остался, кто работает и продолжает поддерживать отечественный горнодобывающий бизнес. И я вижу, что все компании переориентировались уже по-новому. Видно, что некоторые поставщики выпустили новые бренды. Я надеюсь, что вот это вот смещение предложения на рынке пройдет максимально безболезненно для отечественного горнодобывающего бизнеса, и мы все вместе сможем поддержать наших заказчиков.